Спасибо. Давай. Ну уже иди. Потанцуй со своим мужем. Он мне не муж. Не стоит. Нет, не хочет она, и обувь неподходящая. На самом деле, это единственное, на что годится эта обувь. Ты не обязана. Да нет, я не против. Точно? О чем она поет? Это фольклор. Она поет о женщине, чей возлюбленный умер, но она его не отпускает. Она лежит и не хочет вставать. Должно быть страшно смотреть в будущее без любимого человека. Что это было?